Похолодание до 7 градусов ожидается в Казахстане. В ответе за это северный антициклон. Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части республики. В регионах пройдут сильные дожди с грозами. На севере, востоке и юге страны ожидаются град, шквалистый ветер. Синоптики предупреждают, из-за сильных осадков в горах есть опасность подъема уровня воды в реках Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и области Жетысу.